Добрый вечер, уважаемая публика. Территория джаза, так называется сегодняшний концерт, в котором вы услышите джаз самого разнообразного времени. И, думаю, получите удовольствие. Джаз, вообще музыка удивительная. А когда играет вживую, она еще более удивительная. А когда играют профессиональные, замечательные музыканты, талантливейшие, то это просто то, что называется восторг. Ну, все подробности после. А сейчас Эдди Харрис. Называется довольно странное название. «Время золотой утки». Потому что вот у джаза есть такая вещь, например, вот называется пьеса «Несмотря на то, что моя девушка не любит джаз, я люблю ее», да? Вот такая вот. Или, например, вот «Иванушка, дурачок». Ну, вот так вот автор хотел назвать, или разговор ни о чем. Поэтому, значит, вот будут тоже здесь звучать странные названия. Ну, а для разогрева начнем. Thank you.
Константин Никульшин, труба. Владимир Мельников, саксофон. Андрей Соловьев, бас-гитара. Сергей Майер, ударная. Юлий Париков, фортепиано, руководитель. Ну, давайте будем набирать обороты. Вот у многих может возникнуть вопрос, вот что делает вот этот вот красный ящик на столике. Я вам скажу, что сегодня вот хотелось как-то, ну, не то что разнообразить, а, в общем, сделать, ну, может быть, такой своеобразный сюрприз. Дело в том, что вот год назад я написал книжку. Это нисколько не реклама будет, потому что тираж небольшой, и книжка не продается. Но хотелось сделать зрителям что-то приятное. И вот я решил две книжки, два экземпляра книжки. Она называется «Нехорошо забытое старое» или «Как я провел свое лето». Вот. И две книжки будут подарены двум зрителям сегодняшнего концерта. Для этого достаточно будет свернуть билетик в трубочку и бросить вот в ящичек, а потом музыканты достанут два билетика и, соответственно, получат. А? Ну, понимаете, тут я понимаю, ну сверните, они будут тогда вслепую доставать. Сверните тогда в трубочку, они будут доставать не глядя, потому что так же можно будет сразу вычислить. И, в общем-то, почему еще? Потому что вот сегодня я хотел небольшие, а эта книга, там собраны байки. Ну, понятно, что смешные истории из вот жизни, так сказать, из моей собственной жизни. Опять же говорю, что это не реклама, потому что там много есть, значит, людей, с которыми я хорошо дружу. Кстати, вот есть небольшая статья про Геннадия Яковлевича Хабенского, которую вы сегодня увидите. Вот. Ну и вот это будет такая, может быть, такая моя словесная импровизация, потому что джаз – это же вот, так сказать, это джаз. А импровизация, как раньше говорили, это сочинение на ходу, как нас учили в музыкальной школе. Поэтому вот какие-то вещи я буду оттуда вспоминать и вам рассказывать. Они будут коротенькие для того, чтобы просто музыканты, так сказать, ну, передохнули. Вот, потому что сейчас, ну вот одна, например, из таких баек, вот Юрий Лазь Коробченко, наш легендарный диктор, работая на студии, к нам пришел ассистент режиссера, Игорь, назовем его, который очень любил выпить по любому поводу. И вот 1 апреля, у Юрия Лазаревича день рождения, он заходит и видит, что около дикторской уже стоит Игорь и говорит: «С днем рождения вас, Юрий Лазаревич!» Юрий Лазаревич говорит: «Битва еще не началась, а стервятники уже слетаются». Вот это вот такая. Ну, это чисто реальный случай. Ну, а мы продолжаем наш концерт. Пасториус, бас-гитарист, знаменитый бас-гитарист, очень известный в джазовых кругах. К сожалению, у него он очень умер рано, в 35 лет. Был очень талантливый человек, но, как вы понимаете, вот понятно от чего. И очень много принес в джазовую музыку. И вот сейчас вы услышите «Чикет», называется «Курица». Тоже, вот видите, неожиданное название, да? «Курица». Вот Пасториус, «Чикет». Прошу. Thank you.
Андрей Соловьев, бас-гитара. Сергей Майер, ударная. Юрий Поляков, рояль. Владимир Мельников, саксофон. Константин Никульшин, труба. Я буду практически каждый раз называть музыкантов, которые играют, для того, чтобы вы их запомнили и увидели, почувствовали, какие они замечательные музыканты. И вот, знаете, в последние годы, может быть, ну, может быть, даже лет 10 назад, вот такая тенденция сложилась, что если вот считают, что если человека напишут очень много регалий, то это значит вот достойный человек. И бывает даже, понимаете, сам видел на афише, честное слово, написано «Заслуженный артист России, народный артист России». Понимаете, это все равно, что, например, вот про военного, который стал генералом, написать «майор, подполковник, полковник, генерал». Понимаете? И вот однажды, это опять же из книжки, мы с Сергеем Олейником, был какой-то корпоратив, и они заказали, а тогда была серия концертов, поют артисты драматического театра. Ну, а я конферировал. И мы, значит, пришли к организатору концерта, говорим, вот коллектив, все. И он говорит, скажите, а у вас есть вот какие-то коллективы, там, у тех профессоров звания? Я говорю, что? Он говорит, ну, звания. Тут я, что называется, я так дикторским голосом в концерте принимает участие. Народный артист России Валерий Алексеев. Народный артист России Евгений Смирнов. Я уже чувствую, что он начал нас уже уважать, но я, как говорится, завелся. И уже восстановится у него режиссер концерта, заслуженный работник культуры России, главный режиссер ГТРК Иртыш, член Союза журналистов. Я говорю, это ваш покорный слуга. А он так сидит, обалдевший, он говорит, я просто уверен, что концерт будет замечательный. Понимаете, но это для этого не надо читать все, так сказать, звания регалий, а просто прийти на концерт послушать, и вы поймете, кто есть кто. Ну а мы продолжаем. Мюзикл по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион. Моя прекрасная леди». Вот. И после мюзикла был поставлен фильм лет через 9. Совершенно замечательная музыка. Вы могли ее слышать сегодня. Один музыкальный фрагмент прозвучит в исполнении коллектива. Прошу вас, встречайте. Геннадий Яковлевич Кабенский.
Геннадий Хабенский, Сергей Майер, Андрей Соловьев, Юрий Поляков. Ну а сейчас Луис Бонфа. Фильм называется «Черный Орфей». Вообще это была пьеса, но потом сняли фильм. Франция, Италия и Бразилия. Вот три страны объединились, сняли фильм «Черный Орфей». И музыка там вначале, значит, писал к пьесе музыку Жобин, Карлос Жобин, известнейший джазовый музыкант, один из тех, кто придумал стиль босанова. И после этого, когда стали снимать фильм, импресарио сказал, что надо написать новые песни, и Жобин написал, значит, новые песни, и еще позвал его вот Луис Бонфа. Он написал еще тоже две мелодии, одна из которых стала чрезвычайно популярная. И вот сейчас эту мелодию, она называется «Утро карнавала», вы и услышите. Я приглашаю на сцену Анну Шинковую. Встречайте! Мелодия из фильма «Черный Орфей».
Анна Шелковая, Геннадий Хабенский, Константин Никульчин, Владимир Мельников, Андрей Соловьев, Сергей Майер, Юрий Поляков. Вы знаете, фильм-то этот в свое время до нас не дошел, потому что вот было постановление ЦК КПСС, которое посмотрели и сказали, что здесь негров показывают как-то вот, как будто они вот только что слезли из пальмы. Ну, так это вот действительно именно негров, не афроамериканцев, как сейчас. Вот. И поэтому фильм запретили, но музыка просочилась. Как вы понимаете, такую песню «Не задушишь, не убьешь». Вот. Так вот, значит, оно все и получилось. Мелодия живет и будет жить, я думаю, вечно. А сейчас еще один джазовый стандарт, «Как высоко луна», тоже один из моих любимых стандартов. Ее пели очень много, она в 40-м году была написана, а лет через 10 ее Лес Пол и Мэри Форд, тоже отдельная история, записали ее вместе, получилась и фирма в грамзаписи, мелодия, уже вот лет 15-20 назад, даже, может, больше, у меня есть пластинка «Гигант», и вот она так и называется, «Как высоко луна». А сейчас Анна Шелковая, «Как высоко луна». Прошу вас. Немного в другой аранжировке, немного не в привычной. Нет, для всех, но сегодня очень хочется именно, чтобы она прозвучала в таком жанре, потому что он безумно любим нами. Я думаю, что наши любимые зрители обязательно оценят. И, в общем-то, это импровизация на ваш строгий суд, но нам показалось, что она имеет право жить именно в таком свете. Безусловно. «Как высоко луна». «How high the moon». How fan the tune, some that is heaven, how high the moon. There is no moon above it, love is far away too. Till it's come true that you love me as I love you. Some that is music, how near and far, some that is heaven. Night will shine if you want to come to be true. Until you will, how still I had, how high the moon. Thank you.
above them love is far away too. Till it's come true that you love me as I love you. Some better's music, it's where you are. Some better's heaven, I need a bar. That darkest night will shine if you will come to me soon. Until you will. Анна Шинковая и инструментальный ансамбль под управлением Юрия Полякова. Вы знаете, вот за свою жизнь я видал очень много разных конференсье, но вот такого конференсье, это как раз воспоминание тоже из книжки, которого я увидел в колонии строгого режима, я не встречал никогда и, наверное, уже не встречу. У нас театр миниатюр Политехнического института, а там шефство. Ну, вот ребята говорят, идите, и, значит, там спектакль был. Значит, вот в колонии будете выступать. Значит, мы все за сценами, естественно, все строгого режима. Все это как бы немножко волнительно, и чуть-чуть и дрожим, значит. А так вот зрительный зал, в середине сидит один, значит, заключенный, вокруг него никого. Мы, значит, поняли, мы так за занавес, мы поняли, что это как Пахан у них главный, все вокруг него нет, и все остальные сидят. Я говорю, ну что, значит, капитан, можно, говорю, давайте начинать, я пойду объявлять, он говорит, я сам объявлю. Выходит, говорит, так, слушать меня сюда внимательно и запоминать надолго. Значит, сейчас вы увидите театр миниатюр. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, миниатюры – это маленькие смешные интермедии. Если будет смешно, смейтесь. Но если будет бардак, как в прошлый раз, я концерт прекращу. Подошел ко мне, говорит, я объявил. Вот такая вот история. А мы продолжаем концерт, и у нас в программе Хоги Кармайкл. Очень замечательный американский композитор, музыкант. А вот эта вещь, которую вы сейчас слышите, «Звездная пыль», тоже одна из моих любимых. Еще у него «Джорджия в моем сердце», это вот исполнение Рэя Чарльза, мне она очень нравится. И, в общем-то, сказать, вот так, когда вспоминаю, я уже работал на телевидении, поехали в село. А у нас тут, значит, продавали пластинки, болгарские, натуральные болгарские пластинки. Рэй Чарльз называется пластинская, стоила 4 рубля. Поехали, значит, в командировку, заходим в сельский магазин, смотрим, стоят пластинки, написано 10 копеек. Рукой, ну как бы, уценил. Я не поверил глазам. Я говорю, это действительно 10 копеек? Они говорят, да, давно уже стоят, никто не берет, все. Я говорю, 4 штуки дайте. Куда это вам столько? Я говорю, у меня друзья мечтают об этой пластинке, но в Омске она ушла, что называется, в момент. Нет, вот купил, принес, подарил друзьям, вот. Это такое вот воспоминание. И когда вот слушаю «Звездную пыль» в исполнении инструментального ансамбля и Геннадия Яковлевича Хабенского, всегда прихожу в восторг. Прошу! Thank you.
Геннадий Хабенский, Юрий Поляков, Сергей Майер, Андрей Соловьев. Фоги Кармайкл, «Звездная пыль» звучала. И еще один джазовый стандарт Джанго Рейнхардт «Облака» в
французский джазовый музыкант, у него цыганские корни, и джанго, это в переводе цыганского означает «я просыпаюсь». Я проснулся вот в прошлый концерт, вы слышали замечательный его минорный свинг, просто удивительная мелодия, и сейчас будет еще одна замечательная тема. Он прожил недолго, вот 40 с чем-то лет, но вот оставил свой след в истории джаза. Они вместе играли со Стефаном Грапелли, тоже скрипач, замечательный джазовый скрипач. И вот когда говорят, что Джанго Рейнхардт – это вот, ну, цыганский джаз, что такое, в чем там был смысл, если коротко, у них не было ударных, а ударные выполняла роль гитары, когда они акцентировали на каких-то аккордах, то есть она звучала уже и как ударный инструмент. Вот, а сейчас замечательный джазовый стандарт, инструментальный ансамбль Геннадий Хабенский, Джанго Рейнхардт, «Облака». Thank you.
Геннадий Хабенский, Юрий Поляков, Сергей Майер, Андрей Соловьев. Мы сейчас, как в кинофильме «Вокзал на двоих», что-нибудь зажигательное, да? Сейчас будет что-то зажигательное, это будет Раймонд Пауз, тоже имя очень известное, и у нас вот в ГТРК «Иртыш» есть даже киносъемки, когда ему еще не было 30, он играл такое джазовое трио, и уже тогда вот он к этому тяготел. А потом, значит, он работал, РЭО такой был, Рижский эстрадный оркестр. Какое-то время он был как участник, потом, значит, был 7 лет был художественный руководитель этого коллектива, и даже вот пластинка «РЭО в ритмах джаза», так называлась, по-моему, программа даже у них такая была. То есть все равно, вот, когда человек этим увлечен, его все время вот тянет на эту стези, что называется. И даже вот, когда он начал писать популярные песни, а это будет сейчас именно такая популярная песня, даже джазмены берут ее в свой репертуар, потому что там есть что-то, что их притягивает. И вот сейчас «Полюбите пианиста», инструментальный ансамбль Юрия Полякова. Прошу. Thank you.
Юрий Поляков, Геннадий Хабенский, Сергей Майер, Андрей Соловьев. Это было «Полюбите пианиста». Тут, говорят, тот случай, когда ноги сами пускаются в пляс. И вот еще один небольшой по этому поводу рассказ из книжки. Когда в 4-м классе к нам пришла старшая пионервожатая и говорит: «Так, всем классом идем, будем танцевать». Мы говорим: «В каком смысле?» Она говорит: «Ну, там танец ставится на районный смотр», говорит. И, в общем-то, несложно, говорит, вы будете грибочками. Это, говорит, надо оббежали вокруг сцены пару раз, присели и сидите. Выходят три девочки там с корзиночками и будут вас как будто собирать. Когда они вас соберут, вы встаете, делаете это ряд и уходите. А почему, говорит, из одного класса? Потому что, чтобы не было проблем, взял класс, привел в класс. Ну, пришли, значит, уже надели на нас, вот, знаете, такие шаровары, но они не здесь заканчиваются, а у горла. То есть вот так одевается, и так все. И шапку, значит, такую большую с резиночкой, чтобы не упала. Начали танцевать. Все, смотр, все. Ну, там прорепетировали без костюма, потом выбегаем, значит, и сделали два круга, и присели. И то ли от того, что я сильно волновался, то ли от того, что пыль на сцене поднялась, я начал чихать. Сижу и чихаю, значит, слышу, мне за кулисами показывает, что-то машет руководитель. А я не слышу, музыка играет. Тогда я подползаю так потихонечку к краю кулисы. Говорю: «Чего?» Он говорит: «Прекрати чихать сейчас же». Я говорю: «Мне чихается». Он говорит: «Ничего, давай». Я опять на место сел. Значит, ну и чтобы чих как-то прекратить, вытащил руку и стал, значит, почесывать нос. Слышу, он опять уже, так сказать, более, я так понимаю, что даже с грубой бранью. Я опять подползаю. Я говорю: «Чего сейчас-то?» Он говорит: «Сядь и не шевелись». Я, значит, пока подполз на место, смотрю, остался один на сцене. А танец уже закончился, они прогрессовали и ушли. Тут надо было тихо уйти, но мне же учили, что надо два кружочка сделать и уйти. Я сделал два кружочка и ушел. Потом слышу, как он говорит, старший пионер-вожатый, чтобы я этого танцора не то что на сцене, чтобы близко со сцены, так сказать, не видел. Убрать его немедленно. Вот так вот я, так сказать, время мое танцора началось и закончилось. Одно момент. А мы продолжаем. Сейчас «Сеньор Блюз» называется вещь. Композитор Сильвер, тоже замечательная вещь, тоже такая вот в хорошем смысле заводная, ее играет и биг-бенд, и инструментальные ансамбли, и всегда играет с удовольствием, как и наш инструментальный ансамбль. Прошу.
Константин Никульшин, Владимир Мельников, Андрей Соловьев, Сергей Майер, Юрий Поляков. Спасибо. Стиви Уандер, соул-певец, аранжировщик, клавишник, мультиинструменталист. Легендарная личность. И вот два, ну, если можно сказать, великих слепых музыканта, это вот Рэй Чарльз и Стиви Уандер, совершенно замечательные. 25 премий Грэмми. У нас вот в России известен был популярнейший шлягер. Я позвонил тебе по телефону, чтобы сказать, что люблю тебя. Такова, да. Вот. Совершенно блестящая песня. Очень много других песен написал. Там, по-моему, тысячами исчисляется, так сказать. Вот. И поэтому сейчас «Суперстишн», «Суеверие» называется пьеса Стиви Уандера. Пожалуйста. Thank you.
Инструментальный ансамбль под управлением Юрия Полякова. Ну, а сейчас Исаак Ось Дунаевский, замечательный наш великий композитор, и то, что вот в свое время злопыхатели там, сказать, придумывали Исаак Дунаевский или Исаак Надоевский, это все от зависти, потому что столько замечательных мелодий, столько блестящих мелодий, так сказать, редко кто написал, и которые все на слуху. И вот что удивительно, вот за время войны Дунаевский не написал практически ничего, а вот Василий Павлович Соловьев-Седой, тот наоборот, у него как раз вот во время войны шли песни. Как все-таки вот это вот композиторы, насколько разные. Один не может творить, другого идет. И вот мелодии, они, повторюсь, еще живут, и вот сейчас одна мелодия, прекрасная мелодия в замечательном исполнении Анны Шинковой. Это колыбельная из кинофильма «Цирк». Анна Шинковая, встречайте. Прошу. Сладко спи, мой птенчик, спи, малыш. Спят игрушки, спят лошадки, только ты один не спи. Месяц уж не раз глядел в окошечко, скоро ли заснет моя крошечка? Спи, мой мальчик, спи, мой зайчик. Баю, баю, бай-бай. Высоко светят звезды далеко. В этот синий-синий свет, где не светит,
слез, ни горя нет, сердце хочет улететь, а ответ светят звезды высоко. Прячу слезы далеко. Если б мне достать рукой ваш серебряный покой, звезды очень далеко. Анна Шинковая и инструментальный ансамбль Юрия Полякова. Так. И еще одна песня. Извините, я не видел. Вот через одну песню мы разыграем. Там есть билетики, да? Вот есть. Да, через одну песню мы попросим Анечку, она вытащит счастливые билетики. Хорошо. Которые получат. А сейчас это такой микс, как сейчас называется, да? Значит, Колтрейн и Калаш. «Гигантские шаги» и «В каждом маленьком ребенке». Вот, честно говоря, я не слышал, когда они репетировали, но мне это страшно интересно, что же это получится. Анна Шинковая, прошу. По 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он куда-то прыгать, все хватать ногами прыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет ему. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.
Да куда нам мчиться, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Спасибо. Анна Шинковая. Так, складывайте билетики. Пока происходят все действия, расскажите мне, я, наверное, пропустила самое интересное. Здесь, значит, две книжечки разыгрываются. Извините за нескромность мои. Но это не реклама, это дело в том, что... Потому что книжки, я еще раз говорю, они не продаются. Называется «Нехорошо забытое» или... Складывайте. А можно воспользоваться служебным положением? Да. Я тоже хочу такую книжку. Ань, мы с тобой договоримся. Так, давайте. Да. Юрий Викторович, итак, перемешайте. Хорошо, перемешайте. Отлично. Так, еще желающие есть? Есть. Сейчас самолетики сверху полетят. Книжку. Подожди, там еще сверху спускать. Сверху спускать. О, Боже. Представляете, Вадим Ильич, какой ажиотаж вообще. Сверху спускаются, с небес. Это чисто... Вот. Прекрасно. Такая карикатура классная. Ну, тебе я подарю. Да, давайте. Ого-го. Гигант, так не получится. Ну, ладно, мне надо не глядеть. Так. Чуть поиграть хоть, ну что? Да. Ряд первый, место 18. Ряд первый, место 18. Хочу большую бумажку. Электронный билет. А ложа, ряд нулевой, место первое. Метелева Елена. Сверху, да, Елена? Ага. Ну, в общем-то, она не поверила, наверное, да, но она вот там вот бежит, мы ей все тоже машем сейчас. А вопрос такой, а что делать остальным? Возможно, через какое-то время я выложу ее. Интернет-ресурс, конечно. Да. Спасибо большое. Владимир Погодаев! Спасибо. Мекселева Елена может зайти забрать. И, что называется, пассажок. «Винный свет» называется композитор Вашингтон. Песня называется «Винный свет». Вот такое странное название. Прошу.
В концерте принимали участие Владимир Мельников, саксофон, Андрей Соловьев, бас-гитара, Константин Никульшин, труба, Сергей Майер, ударные, Геннадий Хабенский, скрипка, Анна Шинковая, вокал, Юрий Поляков, фортепиано, руководитель инструментального ансамбля. Вел вечер Владимир Погодаев. Спасибо за прием, спасибо за аплодисменты. Всего вам доброго, удачи, счастья, здоровья. До встречи.